Встанем все на молитву, помолимся, братья, Господу и Богу нашему. По молитве святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Царь Небесный, Утешитель и Дух Истины, ижди везде сы и все исполняй, сокровища благих и жизни подателю, прииди и вселись в ны, и очистины от всякой скверны, и спаси блажи души наши. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. Не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи, слава Тебе, хвала Тебе, наш великий, милосердный Бог Иегова. Авва Отче, услыши молитву нашу, помилуй и прости меня грешного. Тайны и явны, в уме и помышлении, во дни и ночи, во все дни жизни великие и малые грехи мои прости. И соблазн, который я подал ими, я падал и вставал, Господи. Но благодарю Тебя, что никогда не давал мне отчаиваться в спасении. Слава Тебе, это помощь Духа Твоего Святаго и молитвы святых. Хвала Тебе, Аллилуйя! Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его. Слава Вышних Богу на земле мир человеком благоволение. Благодарю Тебя, Боже, за день, который даровал мне веру Твою святую, страх Божий и ожидание суда Божия. Благодарю за день, который дал мне Твою святую Библию и указал на толкование святых отцов и каноны Церкви, как на истину. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресная Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми. Матерь Божия, благодарю Тебя. Покрой амофором любви Твоей. В скорбях, печалях, тесных обстоятельствах Ты помогала мне. От позора, поношения, посрамления, отступничества и измены спасала. Хвала Господу нашему Богу за ходатайство Девы Марии за род человеческий. Дивная заступница наша Дева Мария, ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешном. Добрый мой ангел, благодарю Тебя. Столько лет Ты защищал меня от невидимых злобных духов, которые могли погубить бы сразу. Без покаяния не отпусти из жизни. И в транспорте, и всюду Ты хранил меня. Благодарю Тебя, ангел, и в смертный час не покинь, и на мытарствах проведи душу мою, и введи в Царствие Небесное навеки. Иоанн Креститель, предтеча Христов, моли Бога о нас. Господи, научи нас жить в бедности и в довольстве, и быть благочестивым и довольным, довольствоваться питанием и одеждой, и жильем, и искать прежде всего Царствие Божие и правды Его, и не бояться начальствующих и правителей грозных, не участвовать в бесплотных делах тьмы, но и обличать, и устоять в верности Богу. Господи, услыши наши молитвы и тех, кто молится о нас. Коснись сердец патриархов, митрополитов, епископов, священников и диаконов, тех, кто является служителями Твоими, Господи, Боже наш. Святитель Христов Никола, Мирликийский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Господи, слава Тебе за святителя Господня Николу, скорый помощник в деле. Благодарю Тебя, ибо слышишь молитвы о людях и о животных.
Господи, Боже наш, слава Тебе, хвала Тебе, милосердный, спаси нас, Господи, и помилуй. Аллилуйя! Святые пророки Илия, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи, Ездры, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафони, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил и отроки, пророк Михей, молите Бога о нас. Господи, слава Тебе за Святую Библию, за дивных пророков, которые движимы Духом Святым изрекли, записали и сохранили эти слова для нас. Исполни Духом Твоим Святым Церковь Твою, дабы день прихода Твоего и нашего отшествия не застал нас неготовыми, но вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными елея добрых дел, соделанных в Духе Святом и с любовью. Аллилуйя! Святые ангелы, архангелы, херувимы и серафимы, все небесные силы, престолы Божии предстоящие, молите Бога о нас. Святые всехвальные апостолы, первоверховные Петр и Павел, святые евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн, молите Бога о нас. Господи, умягчи сердца правителей мира, всели в них страх Твой Божий, да продлится еще мир. Дай нам еще священника и место для занятий. Определи нашу участь, как Тебе угодно. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Иусим Философ, Космай Дамиан, Андрей Стратилат, Ирон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Амфимий Комендийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон и сорок святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, молите Бога о нас. Господи, укрепи сердца наши в Слове Твоем, и малые дети, чтобы верили искренне в Тебя. В гонениях и в искушениях не допусти до принятия антихристского начертания, на чело или правую руку, чтобы в скорби и печали никто не отошел от Тебя. Святые учителя церкви Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сеин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов, Сергий Радонежский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, митрополит Иннокентий, Николай Японский, Макарий Алтайский, все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас. Да помилует и спасет Господь нас, да дарует нам жажду исследовать Слово Божие и любовь к Святой Библии. Святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатима Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь и Матерь София, Наталья и Андриан, Варвара, Екатерина, Перпетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроник и Юния, Киприан и Устина, и все святые, молите Бога о нас. Даруй, Господи, послушание, молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам, и сохрани их от поруганий и нападений недобрых людей. Хвала Тебе, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Благослови, Господи, еврейский народ, чтобы приняли Тебя, Иисуса Христа, Сына Божия, как истинную Мессию. Даруй мир Израилю, России, Украине, Казахстану, Беларуси, большим и малым народам. Прославляем Тебя, Владыка, за все суды правды Твоей, дабы люди покаялись, да помиловал бы нас. Молим Тебя, Господи, за призванных на фронт Никита, Александра, Максима, Максима, Евгения, Алексея. Спаси их от зла, да будет воля Твоя святая, и дай им погибнуть без покаяния, если возможно, вернуться живыми и здоровыми. Да будет воля Твоя святая, Господи. Посети болящих Игнатия, Антония, Петра, Евгения, Любовь Николаевну, Надежду Васильевну, Машку Людмилу, батюшку Якима и всем, который нуждается в помощи Твоей.
Помоги им и даруй как телесное и духовное здоровье, по милости Твоей и по воле Твоей святой. Сохрани и укрепи Потеряевско-Барнаульской общины и наше интернет-сообщество, всех чтецов, всех тех, кто изучает Слово Божие. Всех, Господи, благослови и научи, вразуми, не только чтобы зачитали, прочитали, но и приняли, и исполнили, и чтобы Слово Твое было живо в нас. Чтобы мы были как светильники. Благослови, да будет воля Твоя, Господи. Находящихся в вузах, в тюрьме, в психтемницах, спаси, сохрани. Да будет им помощь Твоя святая, по милости Твоей и по воле Твоей. Путешествующим сопутствуй, Господи, будь милостив. Помяни в Царстве Небесном отошедшие из этой жизни родных наших близких, Алексея II, Даниила Сысоева, Александра Меня, Неонилу, Ольгу, Сергия Парализованного, Акулину, Татьяну, Петра, Марию, Матрёну, Георгия, Галину, Ирину, Наталья и всех других, за которых мы молимся, за наших родных. Прости волей-неволей согрешений, ибо нет человека, который бы не согрешил. И душам нашим полезно сотвори. Помоги нам, Господи, принимать и исполнять волю Твою, жить и поступать по любви Твоей, иметь страх Божий, обрести блаженство, любить врагов наших, благотворить ненавидящих нас, благословлять проклинающих нас и молиться за обижающих нас, и быть милосердными, как и Отец наш милосерд. Господи, помоги всем тем, кто подготавливается к великому таинству, к крещению. Помоги Валерию, помоги Георгию и другим подготовке к крещению. Будь милостив. Боже, милостив будь мне грешным. Создав меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешным и помилуй. Господи, прими нашу молитву с молитвами всех Твоих святых, молящихся на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех молящихся нас во благо нам. Помоги, Господи, Александру в получении документов из семьи. Помоги Михаилу и Елене определиться в нашей стране. Будь милостив, Господи. Господи, прими нашу молитву всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. А о незаповедавших приведи к вере в Тебя. Спаси их и помилуй. Если будет милость Твоя и воля Твоя, дай рождение свыше Петру, Евгению и другим. Говори, Господи, Владыка, слушают и дослышат рабы Твои голос Твой. Аминь. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Аминь. Спасибо, Христос. Игнатий Тихонович на связи. Мир вам, Игнатий Тихонович, дорогой. Слава Христу. Благодарю. Отец, мир вам. Александр, можешь задать вопрос? Да, можно. Вот у меня такая ситуация. Я раньше жил там у отца Нектария такой. Сейчас он архимандрит в Аранском монастыре. И вот сегодня позвонил мне один парень. Вот у него, ну, в общем, 20 лет там это самое, смотрю, и курит, и это самое. Ты понимаешь, я говорю, ну, не в ту сторону он ведет-то, получается. К себе привел, а к Христу не привел. Как же, нерожденный свыше, ты там начинаю. Я хочу еще попросить вас, что мне ему сказать? Как его вырвать оттуда? Вот он сейчас в Аранском монастыре,
хороший парень такой, трудяга, ну, бывший наркоман, там, ну, курит до сих пор еще, и вот, ну, вот такие вот вещи. Отец, как разговариваешь? Как он? Самоубийца. Курящего уста, уста курящего. Ян Крашатский говорит, демонская кадильница. Что ему сказать? 13 лет жизни отнимает табак, 15. А что ты сделаешь ему? Скажи, а больше чего? Ты же не можешь его уволить, оттуда выгнать. Ну, сказать да, надо обязательно. Нет, я думаю, как бы лучше это все рассказать. Вот он вижу, смотрю, он слушает меня. Я говорю, понимаешь, я нашел людей верующих. Оказывается, можно жить свято, можно не грешить. Он, ну как это так? Это что-то такое, вот, а монашество, это же это, флагман. Чего флагман, говорю? Дорогу в ад, что ли, ведет? Или что, непонятно. Ну, то есть вот такие вещи. Я понял, Александр, этот человек не избран Богом, и поэтому у него все на ухабах. А если все избран, он слышал, и сразу же все слепой слышал, один раз уже кричит и кричит. Хочу увидеть, а ему не надо ничего увидеть. Он прижился там и есть, неизбранный. По-человечески он понимает, в другом месте он засохнет, воровать надо будет. А тут сытый, одетый, работает, покурил, выпил опять. Это неизбранный человек. А номинальное христианство ни к чему не приводит, кроме всеобщему обману. Я вот показывал тут материал, как... Кандидат наук, она исследовала в университете, где я вел занятия, 5 лет. И получилось на 300 человек, которые православными считаются, только один что-то знает. 0,3%. Видите, по сомнениям. Притом там такая тщательность, а спрос, там по 20 параметрам она проводила, Цепенникова Евгения. И притом этот материал перепечатали в местной... Митрополитической газете, Алтайская миссия. Я когда показал это этому епископу, он говорит, так как же я просмотрел такое? Это приговор вам? Какая же ваша работа? Ну, на работе, допустим, человек воспитывает или выращивает скотину или поле, и 0,3%, так он в трубу вылетит. Так и здесь, рядом священник. Почему он ничего не говорит? У нас был такой вот он. Ну, нормально, работает. Ну, у нас не положено выпивать-то. Он раз выпил, собрание было, проговорили, второй раз, и потом все, продал и уехал. За бесценок все, там покупать-то некому. Никак нельзя это. Они, видишь, какие любят. Всех люблю, никого не осуждаю. Одно, без пробела, в одну строчку. Так их говорят про этих, которые все гладят по головке. Даже без бороды, когда люди шли, Давид их не запустил в город Иерусалим. Без бороды. Посмотрите, в Библии ни одного слова нету. Дочь Иакова вышла посмотреть, по-нашему сказать, на танцплощадку через решетку. А ее заприметил княжеский сын и снасильничал. И написано, она была, что? Что с ней было? Обесчещена. А когда борода, полбороды остригли, послы... Давида были, написано очень обесчещено. Это хуже изнасилования, когда бороду бреет. Человек здоровый, крепкий, он старается походить к одному. Это бороду бреют только гомосексуалисты. Будьте не прокляты перед Богом всегда. Или подкаблучник. Брит, вот если ты понял, так выбрось ее сразу из дома-то. Зачем тебе это нужно под женщину подделываться? Пойди иконы посмотри. Ни одной иконы нет, чтобы были без бороды. Есть там, которые молодые были. Это от Бога написано, не порти края бороды. А какие края-то, когда ничего нету? Это сегодня так мы рассуждаем. Это католики заразу это занесли. Папа 80 с лишним лет и все еще скоблится, сидит. Так этому человеку скажите. Ты куришь, место твое в другом месте. Я не знаю как. Я вот сотрудничал с местной тюрьмой 18 лет. 18 лет. Еще только не делал, проповедовал, начитывал на пленку, потом я ухожу, они там прокручивают в камерах, слушают, и ни одна душа не покаялась. Ни одна. Почему? Меня-то там нету. А это... А священник приехал один раз, и 470 человек крестил. То есть помочил головы им. Они какие были наркоманы, табакуры, такие остались. И священник-то бракодел. Лучше бы его там не было. А мне говорят, а почему он все время приезжает нетрезвый? Вот как.
Мы привыкли, а бы как, по-русски, не пройдет этот номер. Если она была изнасилована обесчещена, то это очень обесчещено. Это в Библии написано, а в Библии автор Дух Святой. Не надо тут оговариваться. Да зачем тебе это нужно? Мы знаем, что даже были правители такие, как Фидель Кастро. А теперь посмотри, Некрасов. Посмотри на них, как они выглядят. Лев Толстой. Достоевский. Солженицын. Я беру так. Адмирал флота Макаров. Борода до пояса. Вот так. Мы православные. К бороде не прикасаемся. В ней спасения нету. Но оно в другом нету. Это храм Божий. Его не надо, храм Божий, переделывать. Потому что человек без бороды – это как женщина. Это власть над женщиной. И которые бороду носят – это подкаблучники. Баба командует им. Им не стыдно, они не понимают даже, что делают. Я как-то с баптистами говорил, я говорю, вот ваш журнал так назывался «Баптист». Большой такой формат, как «Огонек» газета. И на первой, не на странице, а на корочке сидят молодежь. Все с бородами. А сегодня все они оскобленные. Я говорю, если бы все носили бороду, вы бы стали. Я был там в Павлодаре, разговаривал с ними. Ну да, ну тогда живете по стихии мира, а не по Христу. А ты один объяви протест. И ты увидишь, что кто-то шелохнется. А так что, да никто не послушает. Ты еще не вышел, уже умер. Александр Невский говорил, вид воина должен внушать ужас супостату. Вот как. Так что ваша задача сказать. Сказать, ну и дальше уже так и обращаться. Вот все. Ну, спаси Христос. И Геннадий его зовут. Может, помянете в своих молитвах, мой Господь. Ну, он, в принципе, добрый-то человек. Но вот толчка нет у него. Я еще, вот он слушал. Помолимся, коротко помолимся, встань на ноги. Господи, косни сердце в этого Геннадия. Дай ему страх твой святой, чтобы он подражал тебе, смотрел на иконы святые, как ты выглядишь. Подражайте Господу Богу нашему и святым, как апостолы, все до одного были учениками Христа и похожими на него с бородами. Тебе Божья слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Вот. Все. Если вопросов больше нет, я отхожу. Нет. Ни у кого нет ничего. Слава Божию. Отошел. Аминь, спаси Христос. Аминь, спаси Христос.